Приветствую всех существ канала, с вами снова Девджун. Мы продолжаем Fallout 4, я тут немножко подразобрал мусорок. Блин, бабуля, ты только что была подальше вроде от меня, ёлы-палы. Ну, бабуля. Так, точно, у меня сейчас перегруз, блин. У меня аж перегруз. Я тут нахватался всякого, дома подразобрал. Но только чуть-чуть, не особо чё. Начал прям полномасштабно так это делать. Блин, это похоже на Sims, только еще и ты для других дома строишь. Ну, в принципе, профессия архитектора, да. Кстати, я не знаю, тачку разбирать или нет. В принципе, все тут можно разобрать, потом заново все создать. Ну, так тоже, по-моему, не делаю. Так, я даже не знаю. Все в постапокалиптическом стиле можно сделать дизайн такой, да. Так, броник я вообще пытался поставить на стойку, по-моему, у меня, ой, ё-моё, кусты сломались. По-моему, у меня немного даже получилось. Воу, черт, что-то я это. Вот так-то лучше. Сразу выскакивает оружие, когда на выстрел нажимаешь. Блин, вот это красная радиация, да? Я все не могу понять. Давай. Вчера же получалось. Ну. О, развернулся. Так, ну это да, это все надо, блин, чинить. Но не все надо чинить. Ага, круто. Так, подробней. На игрока это все перекину сюда. Круто. Ядерный блок. О, нормально починенный. Даже можно окраску поменять, шлемак, я так понимаю, конфигурация будет меняться. Что-нибудь свое сделаю, там прикольно. Может будет. Может так для создания брони. А, да, я еще оружие хотел модифицировать. Игра что-то вчера опять вылетела. Было не вполне приятно. Да знаю я. Одну кровать поставил, успокойся. Одну кровать поставил самостоятельно, такой вау, типа, вау, нифига себе, типа, кровать, можно поспать. Поспать до утра, не, до утра, я бы лучше ночью только ходил бы, не люблю днем шастать. Очень палево днем, а ночью прям вот так, ток. И никто не увидел, все спят. Ой, блин, что я делаю? Робот там что-то ходит, и все. Не понимаю. Ладно, сейчас я куда-нибудь сброшу лишний мьюсор. И тогда уже посмотрим, что и куда сейчас пойдем. Вот сюда, наверное, допустим, да? Ну давай подробнее. Ладно, я поскидывал лишнего. Пес, давай. Иди. Что у меня вообще с заданием? Санчуари. Зов свободы, время на исходе. А, я помогу жителям санчуари. Подожди, нет. Давай попозже. А, первый шаг. Ten Pines Bluff. Шемчужина. Разная. Принеси тетушке Мерфи винт. Давай вот это сходим. У нас винт есть какой-то? Хе-хе. На замедление времени. Мэм. Удалось найти винт, малыш? Только
У меня есть то, что ты ищешь. Зачем тебе винт? Одного вдоха достаточно, чтобы словить хороший приход. Говорят, от него быстрее двигаешься. Но в моем возрасте просто накрывает кайфом. Дар требует разных химикатов, так что я не каждый раз буду просить именно винт. Но сейчас нужен как раз он. Фига-то какая выборочная. Ну, держи. Одна доза винта. Отлично, теперь пора взлететь высоко-высоко, туда, куда унесет меня дар. Ответы ждут тебя в Diamond City, но путь к ним перекрыт. Ты будешь расспрашивать людей, но их сердца скованы страхом и подозрениями. Но ты найдешь то сердце, что приведет тебя к твоему сыну. Оно яркое, такое яркое на фоне темных закоулков. Ну, вот что тебе нужно, малыш. Знаки привезут тебя к яркому сердцу. Фух, ого, что-то я совсем вымоталась. Теперь мне надо отдохнуть, малыш. Че, накрыло, да? Ну, бабуля. Так, вообще я ничего такого особо не могу модифицировать. Ладно, с обустройством дома я как-нибудь сам. Вот первый шаг. Куда мне идти-то? Поговорить с местными жителями. Добраться до Diamond City. Ну ладно, давай попробуем, я не знаю, будем пользоваться броней. На всякий случай уж возьму. Вау, такие кулаки вообще. Удастся что-нибудь надыбать. Так-то, в принципе, я могу просто соседние. Так-то, блин, довольно долго я буду ходить, у меня такое чувство. ХПшка на сотню, радиация. Патроны. Не особо понимаю, что как. В принципе, тут целеуказатель есть. Куда идти? Куда-то вот туда вот. Текущее задание. Ну это интересно, мы реку вброд сможем перейти? Как-нибудь, или мы радиации подхватим? И лучше. Давайте не будем рисковать и полностью целенаправленно исследовать этот прекрасный мир. Как это и надо. То есть реально как выживание. Блин, ну долго будем переться-то. Черт, что ж так кусты-то лагают, я не могу. Издалека прям, ну, совсем. Вот что, то собака сломается, то кусты. Готовый завтрак, я сказал взять. Псинка. На псину можно даже дистанционно. У кого есть, вот бы еще кулаки разжимать, было прикольно, а то такой ходишь весь. Напряженный. А, если зажать, Понял, включается фонарик, если зажать. Прикольно. Так-то я хотел ходить в подземелье. Все, блин, валяется, там машина внизу. А чё так медленно? Как бы мне нужно ускориться. Как говорил Шнур.
Ну. В принципе, весь мусор можно собирать, скидывать в какой-то один ящик, чтобы, ну, заодно и не лагало ничего. Если снаружи что-то лежит, то наверняка лагает. Так можно хоть покрышки носить домой, резину получать. Ну, вообще, по сути, от нее толку-то нет. Блин, а что так медленно-то, а? Я вот не понял фишку. Могут броню-то у меня свистнуть или нет? Как мне его заряжать-то? Вот здесь я видел еще одну станцию для брони. Здесь, в принципе, тоже можно было бы устроиться. Здесь тоже так неплохо. Вон, верстачок есть. Можно что-нибудь построить. А, теперь вы можете в красной ракете, что ли, устраиваться, что ли? Оружейный верстак, в принципе. Да, все так же могу здесь строить. В каждом поселении могу что угодно как делать. Блин, это офигенно. Это просто нереально. Вот как только отсюда выйти, почаще сохраняться. Особенно. Не, ну вот так налегке бегать, по-моему, лучше всего. Опа, а этот крыс что здесь делает? Это я не помню, крыса. Ну, металлолом можно везде собрать. Я так смотрю. А там, если что, медленно-медленно так дойти. Не проблема. Проблема пока у меня обстоит, по-моему, только с радиацией. ОД. А, ОД это у нас выдыхаемость, да? Ой, точно, я же хотел зайти переулок туда посмотреть, что там или где он. Ну, здесь, по-моему. Да, вот здесь вот. Около когтя смерти. Слазить вниз. Празднуйте историю. Слазить вниз. Конкорд. Civil Access. Ну давай, слушай, мне вход. Может, присесть лучше. Эй, пес, только отс. Да вдруг-то мы тут на кого-нибудь напоримся. Ты можешь сразу так сходу? Не можешь, да? Возьмем пистолет. Удобный. Удобный. Дверь можно закрыть. Так. Письменный стол, картотека. Ничего, в принципе, нет. Отвертка. Всякий мусор. Цепью была закрыта с другой стороны. Интересно. Это что? Что это? Болотник с мягким панцирем. Ой, блин. Так, ты вот так вот выключи свет. Ага. Мясо Брамина. Сумка. Ага. Отличненько. Кости правой ноги. Нафиг мне нужны кости? Что, пройдемся по канализации? Что за звуки? Так, а ну тихо. Пес, ты где был? Блин. Так,
А ну-ка, Окулус. Не буянь. А то я уже спиной стою, мне уже. Фух. Вода пить. Не хочу я пить. У крота-крысы были крышки. А у этого крота-крыса жетоны. Прикольно. Куда они вылезли? Черт, если они полезут со всех щелей, это будет вообще нафиг надо. Спасательный круг. Да нафиг он мне нужен. Так. Я вижу ящик с инструментами. Картофельные чипсы. В принципе, еда. Тут тоже что-то. Антирадин. Давай, бери. Да я упала. Тошка. Тошка, это помидор, что ли? Очень странная картошка. Тошка. Выход. Выход куда? Так, это знакомый, это подвал, да. Угу. Понял. Это тот самый подвал, в который я заходил. Йоу, пес. Такой немножко криповый. Мне нужно к тебе привыкнуть, так что ты не обижайся. Я не очень люблю собак. Лучше бы тут был котик. Лучше бы тут был Каджит. Чувак, ты умер за свои сахарные бомбы. Опаньки. Чё там, what? Опаньки. Сбежал. Ух ты ж, блин. В голову можешь? А, нет, 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 нет. Ты слишком большой. Ты слишком большой. Нафиг тебе. Фух. Ну, псина, ну ты качайся. Потому что меня он напряг. Он такой здоровый. Я еще в присядку. Тут знатно перепугался, конечно. Ага. Алюминиевая банка мне нафиг не нужна. Вот. Ящик с инструментами я, пожалуй, возьму. Там жестяные банки, ментаты, которые что-то нужно. Ящик с инструментами. Ну давай. Пистолет. Морковь. Ну, в принципе, морковь тоже еда. Фаршированные яйца. Ну, ням-ням. Ням-ням, я сказал. Ну и все, да? Ящик. О, сундук. Лапа когтя смерти. Нифига, вот это. Тут я удачно нашел. Табуированные татуировки читать. Отлично. Вы нашли выпуск журнала. Новая татуировка для лица. Прикол. Всякие журналы можно подбирать. Там еда. Ага. Все, вроде ничего больше нет, это жестяные банки. Так, нет. Что, залагал, что ли? Рейдер. Винт. Дай мне винт. Дай винт. Ты возьми, ты винт, пожалуйста. Я вижу там. Ну уж, давай, я в тебя верю.
Я в тебя верю, чувак. Походу мне что-то надо взять. Я так чувствую. Что бы мне взять такое? Что-нибудь такое? Блин, я не знаю. Нет, 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 подожди, как я? Какие берут разные предметы? Подушка с соломой. Давай попробуем подушку с соломой. Ага, значит мы так не держим, только вот так вот, да? Подушка с соломой. Так, и прыжок. Прыжок. Отлично, давай, ну почти же. Ё-моё, чёртовы блоки. Давай, на подушке ты же подпрыгнешь нормально. Блин. По кирпичикам, фиг знает. Это, наверное, всего лишь текстура. Ну, блин. Вот здесь уже прыгать нельзя. А достать я не могу. А что, если я подойду? Вот так в наглую, нет, тоже не получится. В принципе, получилось бы. О! Опаньки! Опаньки! Да я же... Чертов гений. Ну давай. Вот так вот как-нибудь. О! Шикарно! Тайник с крышками. Вот это нормально. Там, по-моему, тоже что-то есть. Ланчбокс. Что там? Столовая ложка. Ядерный блок. О, шикарно. Ядерный блок. Правда, я бросил свой броник. Что у меня? Со здоровьем нормально все. И теперь внимание. Оп! Быстрое сохранение. Шикарно. Так, так, так. Ой, ты, блин. Ох ты, блин. Боишься? Где он? Отлично. Тупо тараканом стреляет с пистолета. Ну это вообще как-то. Уличка, песик. Так, так, так. Мясо. Мясо. Хочу мясо. Опа, изолента, зажига. А вот и ящик, который можно было подложить без проблем. Сейчас, наверное, еще здесь посмотрим, что у нас тут. Чувак, что-нибудь прячешь? А ты, чувак? Псина. 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 Тебя так зовут, что ли? Ух ты, ух ты, что это? Что это, игрушечный инопланетянин? Крипово. Шпилька, изолента, ножницы. С ящиком никак. О, еще и аптечка. Шикарно. Ну это вообще нереально. Все, выход. Сейчас выход, небось, будет внутри церкви. Так, спокойно, аккуратно, все нормально, все чисто, снаружи все чисто, и внутри все чисто. Где это мы вышли? Ой, я не знаю,
Укрытие Пуловски. Пуловский противоядерная защита. Не бьющая по карману. В смысле? Укрытие. Проголодались? Да все кончится. Интересно. Так, можно было спрятаться от этого, что ли? Сейчас вы увидите кофе. Загляните в Джо с Локом. Лучшее кафе Бостона. Вот это реклама, блин. Все ли я дома смотрел? А, пес? Вот этого дома не было. Что тут у нас? Ящик. Психо. Два. Пакет крови. Эй, псина. Вот постой там. Да пошел ты. Коробка со шпильками. Вау, коробка со шпильками. Пусто, пусто, пусто. Вот здесь ничего нет. Идем на второй этаж. Ага, рейдер. Опа, тайник с крышечками. Снайперский карабин. Да! Так, теперь я с пип-боем немножко на ты. На S будет, да? А где? А где мой снайперский карабин? Нету. Это все не то. А, вот, гладкоствольный с затвором снайперский карабин. Так. Значит, настройки. Избранное его. Штыковой карабин, двухствольный дробовик, короткий охотничий карабин. А какие патроны я использую? Какие патроны-то я использую? Блин, я даже не в курсе. А, вот у меня в принципе есть самое главное. Вот так вот. Ну давай. Давай, хочу почувствовать себя. Как Девджин. Уа. Как прицеливаться-то, ёлы-палы. Блин. Не понял. Вы чё, издеваетесь надо мной? Сейф легкий открыть. 17 шпилек. Еще чуть-чуть. Да ладно, ну блин, ну почти же. Отлично. Ну давай. Взять все. И вылетел, да, опять. Странная закономерность, когда нажимаешь взять все, он вылетает. Так. Хорошо, хоть недавно сохранение было. Так, все, я взял. Да. Так. Что у нас там больше нечего осматривать, да? Куда мы идем-то? Вот туда куда-то. Что у нас? Дома какие-то. 98. Так, по-моему, вот это значок задания.
Надо бы вкачать навыки. Как уровень. Уровень. Так, а нижняя строчка это вообще что? Железный кулак. Карманник. Стойкость. Коллекционер крышек. Цены выгоднее. Харизма 1. Так, пусть вас направляет сила Волтек. Путь ближайшей цели задания отображается в АЦ. Вспомню традиции Дикого Запада. Неавтоматические пистолеты наносят на 20% больше урона. Автоматическое. Автоматические пистолеты. Лазутчик. Ловкость уровень 3. Так, песочный человек. Служа самой смерти, вы мгновенно убиваете спящих. Прикольно. Загадочный незнакомец. Кто он? Почему он помогает? Какая разница? По использованию ВАЦ к вам на помощь иногда будет приходить смертельно опасный незнакомец. Удача. Вот удача, это прикольно. Халявщик. Вы способны добыть припасы даже на поле боя и находите больше патронов в ящиках. Кровавая баня. Увеличение урона на 5%. Слушай, вот это мне нравится. Халявщик. А еще 4 всего можно, да, потратить? Ладно. Таблица способностей. Прикольно. Халявщик. Халявщик это про меня. Что у нас тут есть что-нибудь? Ага, аптечка. Стимуляторов себе взять. Отличненько. Выходим задом. Такой. Ой, ё-моё, тут выход был. Вот пес-то умнее меня. Я не могу. Так. Куда мы идем? Так, убери эту фигню. Карьер тикет. Кто-нибудь тут есть? Эй, everybody home! Я смогу здесь пролезть? Могу. Что тут есть что? Минимум банка, кружка. Ничего нет. Вау. Вау, красотища. Блин, а в VR он как-то выглядит мелким. Так ты весь масштаб не ощущаешь, он какой-то миниатюрный. А по лестнице прям видно, что это огромный вообще такой. Только пиво, картотека, стимулятор. Стимулятор. Там больше ничего нет. В письменном столе ничего. Табуированные татуировки. Татуировки еще для лица. Я тут зеркало-то не видел. Думаю, вряд ли увижу. Я тут своих собственных ног не вижу. Так, мне бы вообще к стеночке отойти вот так вот, да. Для безопасности, а то зафигачу что-нибудь. Блин, ну это вообще супер. Что тут у нас? Изолента, готовый завтрак, винт. Только пиво. Это что это? Картиночки. Рисовано все так приличненько. Ведь, опа, аккуратненький, опаньки, блин, немножко ноги начинают трястись на большой высоте такой. Что-нибудь есть вообще? Не особо-то что есть, там внизу домик чей-то. Что это?
На воде там кто-нибудь есть, мне интересно. Ой, пес, пес! Он, наверное, не въехал, что вот там можно обойти. Я сейчас тут выберусь наверх, да? Просто наверх. Да и просто наверх-то тут так тоже ничего так. Прям вау. Опасно я вожу, конечно. Этим безобразием. Бегать так на краю-то. Радио. Так. Хочу посетить тот домик внизу. Пес, блин. Я чуть не сдох. Старый пес мой совсем и сдох. Так, задом лучше не буду бегать по лестнице. Это страшно. С боком еще можно, в принципе. В воде-то кто-нибудь есть? Что там за фигня? Может, там пиранья? Напрягает. Что за фонтаны? Что это было? Радиация. Слышу. Радиация капает. Здесь-то, в принципе, ничего такого нет. Обратно я могу запрыгнуть? Опаньки. Эй, пес. Ух ты, как плавать. Ты умеешь, ты вообще умничка. Надеюсь, ты не сдохнешь от радика. Боком самое то. А вот назад уже не очень страшно. Даже если здесь бордюр, все равно не очень. Черт, ну просто так даже исследовать тут местности на огромное. Это не просто маленькие какие-то приложения для VR, которые раз-раз поиграл, блин. Ну, Аризона, она же маленькая. Sunshine, Аризона. Маленькая, тут ни о чем, я бы сказал. Проходит за пару вечеров, а тут до упупения можно сидеть, это же Fallout. Обалдеть, отсюда город видно. Так, не, просто так я не смогу. Надо. И прыжками. А пес меня сможет догнать? Меня напрягает. Пес. Ой, блин. Его атакуют? Или что это там? Это рыбки? Что-то я не совсем понимаю. Вообще непонятная текстура. Музончик, конечно, тоже неплохой такой. Боевой пес. Внимание. Опасность. Вот пес меня напрягает. О, мой. Эй, ты чего? Это не в нас, наверное, стреляют. Пес, где? Что за звук? Ух ты ж, блин. Там что, пес был со взрывчаткой? Ух. Блин, это жестко. Да. Далеко я сохранился. Ну там, блин, в принципе, были вещи. Ничего что. Карьер-тикет. Опа. А чё это там уже народ стоит?
ходит. Пес, ты мне скажи, кто там? Пес, скажи, кто там бродит? Так. Берем. Hell yeah. Так, стена. Где стена? Вот стена. Пес, кто там? Так, мы так в присядке бежать не можем. Чудо-клей. Давай, бери. Я видел здесь кого-то. Чё за бред? У меня что, глюки? Вы же тоже это видели? Ну все, и пойдем отсюда. Тут реально кто-то был. Ты кто? Эй, чувак. Слышь? Ты кто? Хочешь подзаработать? Хватит таращиться, помоги-ка лучше. С чем помочь? Я пытаюсь починить этот старый насос. Тут наверняка полно лома. Надо только воду откачать. Насос, конечно, не новенький, но заводиться он должен. Видимо, где-то соединение проходило. Смеешь залатать? Утечка должна быть под водой. Ищи пузырьки воздуха. А, видел. Да. А меня там не сожрут? Что мне взять? Пузырьки воздуха. Блин, вот это четко. Сейчас будем нырять. Как нырять? Ой, да ладно. Ой, да ладно. Как нырять-то? Можешь присесть? Ага. Обратно как? Обратно как? Я слишком глубоко. Ёлы-палы, как обратно-то? Я вообще могу хоть что-то делать? Ну? Автосохранение, да пошел ты! Автосохранение. Пёс, спаси меня. Что мне делать-то? Помпа, да. Пропала. Покрышки всплывают. Так, а как мне? Прекрасно. Вот это я сохранился, супер. Надо научиться плавать. Блин, обучение слишком быстро проматывается, поэтому, короче, жесть. Короче, надо присесть после этого. Грибсти. Вот так вот. Блин, я не могу. Это жесть. Давай, вверх. Thank you.
Радиация, блин, высокая. Что делать с радиацией? Ты только не пей, хорошо? Где? Вот. Поворачивай. Давай, поворачивай, Винчи. Отлично. Че, плывем отсюда нафиг? Фух. Все вроде. По-моему, только две точки было. Блин, это офигенно. Плавать так заставили, конечно, жестко. Так, ты вот мне только скажи. Помощь мне нужна. Мне нужна помощь. Да я сказал, мне нужна помощь. Мед X. Сопротивление урона, ментаты. Антирад мне нужен. Антирад. По-моему, на... А, должно быть... А, помощь. Антирадин. Так. Сожрать. На сколько уменьшать? Радиация минус 300. А я сколько подхватил? Опа. Радиация 0. Так. Готовый завтрак. Отлично. Немножко радиация подхватил? Ну ничего. Ух. Так, надо бы это дело сохранить. Поплавал. Блин, вот там еще один. Черт. Ну-ка, давай с прыжка. Так. Так, я сказал присесть. Давай вперед плыви. Вот оно. Повернуть вентиль. Шикарно. Как это? Теперь нормально бежать. Так, ну и вернись на поверхность. Пикалист несчастный. Давай, сейчас я опять дозу подхвачу, блин. Давай, 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 давай. Оп. Водичка-то не очень. Вообще вода, она сама не должна быть радиоактивной, только частицы в ней должны быть радиоактивные. Ничего нельзя крутить. Эй, мужик. Отлично. Предоставляю эту честь тебе. Нажми вон на ту кнопку на насосе. Вот эту. Рубильник, кнопка. Запустить насос. Погнали. Что это? Ну тебе нафиг. По старинке лучше всего, никаких ватсов. А тот решил спрыгнуть. Чё, мужик? Чем стреляешь? Гладкостолка? А если перенаправить поток? Что перенаправить поток? Ты вообще откачиваешь воду? А? Чё теперь-то? Здравствуй, болотники. Впрочем, неудивительно, что их этот шум привлёк.
Мне нужно еще тут кое-что доделать, но теперь особых проблем быть не должно. Спасибо за помощь. Вот тебе кое-что на дорожку. Че дал? Выйдем на пробку. Уровень новый. Новый уровень. Новый уровень. Уровень. Так, сила, кстати. Это железный кулак. Оружейник. А, вот, кстати, да. Базовым. А, вот надо, кстати, эксперт по карабинам. Эксперт по карабинам, это у нас что? Восприятие, да? Наблюдательность. Чтобы увидеть врага, нужно знать его слабое место. Бац, отображаются характеристики. Взломщик. Взломщик, кстати, это надо тоже вкачать. Эксперт по карабинам. Держите дистанцию и считайте убитых. Неавтоматические карабины наносят на 20% больше урон. Так, это у нас что, кузнец? Ага, оружейника возьмем. Хочу больше крафтить, хочу вообще много чего. Мужик, спасибо. Какое задание? Мы поплавали, научились плавать. Вообще круто. Спасибо тебе огромное. Так, вижу еще. Оп. Все, берем грязная вода, нафиг не нужно. А, блин, опять взламывать надо. Эти почти. Надо больше шпилек искать. Еще чуть-чуть выше. Оп. Все пусто. Эй, псина, блин, сахарные бомбы. Обеденная вилка, письменный стол, стимулятор, ящик тоже заблокирован. Эй, если в этой, если вот так, отлично. Все беру. В письменном столе ничего нету. Здесь шкафчики. Шкафчик пусто, шкафчик пусто. Псина, ты, блин, чё ты под ногами-то болтаешься? Чё у нас? Значит, наверное, по заданию пойдем типа... А, не, я хотел наверх там. Меня обидели. Я думаю, наверху обидели. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.